Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня букс без вложений. Называется ADS Trixir, как-то так, .com. Значит, это первый блокчейн ПТС, друзья. Букс из серии БАП монеты. Но здесь еще мы будем собирать токены и зарабатывать как бы на денежных ссылках. В общем, здесь очень много заработка. Ну, здесь сами уже переведете все и прочтете. Есть страница на Фейсбуке, есть группа Фейсбук, еще есть Твиттер, Инстаграм, LinkedIn. И вот это все можно зайти. Как бы я уже с админом пообщалась. Как бы поддержка отвечает, все замечательно. Хочу показать регистрацию. Значит, нажимаете регистр. И сейчас будет форма регистрации. Значит, что мы здесь делаем? Смотрите, прописываем юзернейм, логин, email, два раза пароль. Здесь security. Это мы устанавливаем как бы секретное слово. Здесь номер телефона и еще какой-то. Вот номер, например, номер телефона. Сюда прописываете цифры. Далее выбираем страну проживания. Еще вот много. Далее ставим галочку, нажимаем регистр, попадаем на домашнюю страничку. Значит, как я сказала, проект без вложений. Можно как бы работать, начинать без вложений. Значит, смотрите, нам при регистрации дают 25 монет. Вот этих равен от баланс 1 доллару. 25 монеток. Супер, супер. И эти монеты мы будем выводить на Ethereum кошелек. Сейчас я вам все покажу. Значит, баланс. Потом, так, это реинвест. Это группы. 14 групп. Я сюда закинула, хочу сказать сразу, 1 доллар. Это мое право. Я рискую своими деньгами. Вы же работаете без вложений. Так, у меня 3205 баб монет. Значит, и что мы? Так, сейчас я переведу на русский и пройдемся по кабинету. Значит, смотрите, вы начинаете без вложений на просмотре баб монет. Когда вы насобираете 1600 баб монет, у вас появятся денежные ссылки. Я же, чтобы время не тратить, я закинул 1 доллар. Так. Значит, и у меня уже первая группа. Значит, что здесь так? Купить рекламные пакеты, дневной заработок. Вот здесь группы. Здесь можно это все просмотреть. Первая группа от 12 центов в день. Вторая группа 28 центов. И там по нарастающей. Это в долларах. Здесь чуть ниже опускаемся. Здесь в баб монетах. Первая группа 1600. До 14500 баб монет. Ну и вторая тоже, друзья, по нарастающей. Кто работал в таких проектах с баб монетами, я думаю, разберутся без труда. Значит, я и опускаю. Так, нет, вернемся на главную. Опускаемся чуть ниже. Вот сразу находится наша партнерская ссылочка. Так, далее. Добавить, так, главное, добавить средства. Я добавляла с Perfect Money. Так как, смотрите, здесь какая петрушка выходит. На Perfect Money минимум депозит 1 доллар, максимум 19 тысяч. Так. А на Payer минимум 5 долларов. Что-то не тут совсем уже, да, с Payer. Вот. Я как бы привыкла работать с Payer, но 5 долларов...
Это уже потом посмотрим, как он себя поведет. Значит, далее на Теллер какой-то вот кошелек $5. С биткоина минимум тоже $1. Вот тоже хочу, надо будет прописать номер кошелька. PayPal вообще $50. И Skrill $5. Так. И депозит. Сюда, я вот сюда поставила цифру 1. Нажала депозит. Вот. И меня перебросило на платежную систему. Так, далее что? Добавить средства. Обналичить вывод. Минимальный вывод, как во всех буксах БАП-монет, $5. Минимальный вывод $5. И максимальный $19 500 в день. Ожидаемое время вывода мгновенное. Максимум до 12 часов. Это у них регламент, чтобы как бы партнеры, участники не паниковали. Моя реклама выскочила. Секундочку. Вот, значит, что мы здесь? Сумма к выводу. Выбираем тут платежную систему. Ой. Pair, Perfect Money, PayPal. Ну, значит, далее что? Я закинула $1, так? Обналичить. Далее, что я сделала? Возвращаюсь на главную опять. И я что? Купить рекламные пакеты. Вот мне моя текущая БАП-монета. Здесь было у меня по нулям. Нажала сюда. И что, сюда вставила я ссылочку, которого, проекта, которого я хочу рекламировать. Так, здесь стоит циферка 1. У меня здесь баланс по умолчанию тоже $1 стоял. Нажала купить рекламы, покупка рекламы. Ну, у меня здесь была написана ошибка. Я обновила страничку, перезагрузила. И у меня все как бы списалось. Все я купила, куплено. Вот такая у меня штука получилась. Далее, рекламные кампании. Вот мой, моя реклама здесь. Значит, на этой странице отображается. Последние 100 рекламных кампаний будут отображаться. Статус активный. Вот я свой проект Stackers. Как бы прорекламить его сюда. И количество объявлений 1. В общем, как бы... Еще просмотров ничего не было. Так. Купить рекламу. Так. Рекламный. Так. Платные объявления здесь есть. Это уже, друзья, по желанию. А, платные объявления. Это будут у меня завтра. Сегодня у меня нет ничего, потому что так как я только что сегодня зарегистрировалась, только закинула денежку, приобрела БАП-монеты. И завтра они у меня только что появятся. Вот эти платные объявления. Так. Так, бонусные рекламные баллы. Вот это БАП-монеты, друзья. Вот на этих без вложений, на БАП-монетах мы и будем собирать. Плюс мы будем собирать еще вот эти, как бы, вот токены. Так. Значит, как мы будем собирать? Просмотр бонуса. Опять просмотр бонуса. Перебрасывать на страничку. И мы ждем вот несколько секунд. Это все просматривается быстро. Если надо, открыть в новой вкладке. Можно подтвердить. Все. Я просмотрела. И вот также вот эти нам же токены дают. 5, 10, 15, 20 токенов. Нам. Вот, когда наберется минимум 500 токенов. Я вам не показала. Сейчас покажу. Вот тир. Вот. Можно выводить на Ethereum кошелек. Сейчас обналичить. Еще раз нажму. Так как минимум. Вот. Здесь это в долларах. И опускаемся ниже. Смотрите. Так. Минимальная сумма для вывода токена составляет 500 тир. 500 вот этих монет. На MyWazer Wallet. Вот. И выводить.
понятно с этим. Это для любителей уже таких вот монеток. Так, купить, да, купить баннер. Бонусные баллы я вам показала. Купить баннер, вот. Но это тоже, друзья, уже по желанию. Значит, что здесь? Самое дешевое, 40 тысяч просмотров, 125 на 125 баннера за $1.30. И далее идет по нарастающей. Вот. Так, купить баннер. Реферальные друзья. Здесь будут отображаться наши партнеры. Так, маркетинговые материалы. Здесь баннер, как бы находится вот он. Такой вот баннер. Если надо, куда URL баннера можно скопировать. Так, далее. Ну, так, и журнал активности. Как бы. Ну, тут что, вот я тир 5 монет, 25 баб собрала. Функцию, вот это я закинул $1. Так, выходит. И вот я собирала тоже 25 монет. И вот этих денежных ссылочек у меня еще нет. И сеттинг. Ну, в сеттинге здесь как бы пароль. И что поменять? И прописываем, друзья, платежные реквизиты. Я прописала Perfect Money. И я прописала Payr. Пополнила я с Perfect'а. А выводить я, скорее всего, буду на Payr. Вот так. Ну, здесь сами уже посмотрите. Можете на биткоин выводить. У кого какие кошельки. Так, минимум, как я сказала, на вывод $5. Вот такой вот букс. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Вот здесь можно помощь. Если возникнут вопросы, прописывайте имя, почта, сообщение. Я не знаю, буду здесь отвечать или нет, но в группе на Facebook я писала администратору. Мне ответил. Все замечательно, отвечает. А еще меня на Facebook приняли. У них страница, я на странице писала сообщение. А я еще добавилась к ним в группу. Вот меня приняли только что в группу. Вот, чтобы быть в курсе событий, я не могу. Как бы. Ну, здесь вот оповещение. Welcome. Приветственное. И здесь письмо. Что-то не читается. Ничего. Ну, здесь что? Профиль. Профиль и сеттинг это одно и то же. Тут уже сами посмотрите. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Без вложений можно зарабатывать. Смотрите, у меня 30 монет стало. $20. Ну, неплохо. Наберем 500 монет, будем выводить. Ну, и также как бы в долларах. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, естественно, будет следовать. До новых встреч.